Девчонки, привет! Извиняюсь за свой голос, я просто чертовски простужена. Но чувствую себя хорошо, температуры нет, поэтому как бы почему бы не снять видео? Ну, вот такой у меня прононс. У нас не осталось много чего по заказам из непоказанного. На самом деле осталось просто горище того, что еще вы не забрали, из того, что я вам уже показала за последнюю неделю. Поэтому, девушки, забирайте, там все это именное. И поэтому хотелось бы уже как-то избавиться от этого всего дела. Так, передо мной очень милый кулон. Ну, как бы, есть на нем царапочка такая, кианитовый. Если царапочка вас не смущает, очень хорошенький. Такой приятный кулончик. Я его почему заказала? Просто я заказала такой же с опалом, уже неоднократно у нас был. И вдруг я решила, почему бы не поменять вставку. Он стоит $40, артикул 1526. Вот он с кианитовыми бусинами. Царапочки на кианите — это нормальное явление, потому что он весь слоистый, он пластинки. Поэтому, когда стачиваются, обнаруживаются пластинки под низом. То есть ты можешь его полировать, полировать, полировать. У него под низом еще дырочки, еще какие-то там трещинки. Потому что весь камень такой. Но по цвету он очень милый, красивый. И рекомендую. И если уже мы говорим про 1526, то у меня есть еще один. Непосредственно герой дня. С опалом. Из-за него я заказала всю эту серию. Тоже необычайно миленький. Девчонки, цепи не черненые, они в итоге потемнеют. Что, в принципе, и неплохо, наверное, будут красиво контрастировать. Тоже $40. Так, еще у меня осталось здесь. Ну, во-первых, браслет. Это мне надо спросить у вас. Девчонки, кто купил с кораллом? Есть браслет губка Боб. Маргоша, он не подходит. Ей нужно 16 сантиметров без одного звена. Это на 18 стандартный. Коралл здесь натуральный, тонированный. Не пресс. Вот, и $101 его цена, он тоже на продажу. Еще есть браслет, явно кто-то заказал, оникс граненый, он с дополнительным, по-моему, звеном на 19, написано на 19, сейчас посмотрим. 19,4 даже, 19,4 миллиметра. Кто просил, кто заказал, вот он. И к нему, видимо, кто-то попросил кулон губка Боб, модель 696. Тоже граненый оникс. Цепи классные, мне очень нравятся. Еще из браслетов легендарный 305, который всем безумно понравился. У меня лежит здесь один с гранатом. Девчонки, это тоже явно заказ чей-то. Вот он. Так что посмотрите, где. В смысле, не где, а чей. Я напоминаю, он состоит из трех сегментов. И из цепи, которая позволяет его сделать чуть шире. Самая узкая его возможность — это где-то на 16. А потом уже, я думаю, его можно добить еще пару сантиметров. Он у меня в хотелках, только я еще не знаю, с каким камешком.
Так что это, девчонки, чей-то. Он стоит 50 с чем-то долларов. Его номер B305. Так, ничейный браслетик. Просто я нашла. 54 доллара. Я его заказала. Мне показался очень милый. Вот такие вот гранатовые вставочки и бабочки квадратные. Он идет на 18,8. То есть на меня он будет большой. Да. 18,8. 54 доллара. Кто-то у меня просил на удачу руку. Тут еще и на иврите написано мазаль. Мазаль — это удача. И вставлен кианит сверху. И, кстати, заметьте, что мазаль написан в гранате. Видите, это гранат, это символ Израиля. Вот он, гранатик. Мазаль написано, кианит и рука. Значит, такой кулончик стоит 40 долларов. Если честно, мне кто-то просил для девочки. Но он пришел довольно крупный. Я почему-то думала, что он маленький. Так что, девчонки, кому нужно, 40 долларов, очень прикольненький. Так, еще у нас очень интересная сова пришла. Ксюха, обращай внимание, совы, совы. Интересная сова тем, что она красивая, и я не знаю ее цену, я не могу ее найти в каталоге. Вообще некоторые вещи из каталога исчезли таинственным образом. То есть если их заказать, они есть, а в каталоге их почему-то нет. И вот я хотела найти, чтобы посмотреть цену, и что-то никак мне не удалось. Вот такая вот классная сова с глазками фианитами на цепочечке. И осталось только, конечно, выяснить бы, сколько она стоит. Если кого-то заинтересует, я, конечно, нажму на Рунена, он нажмет там на заводе какую-нибудь педальку и нам скажет точно цену. Так, у нас еще остался... Маргош, посмотри, это, наверное, к твоим, если тебе нужно, к твоим серьгам и кольцу, губка Боб, кулончик 696, стоит он 42 доллара. И еще крупно извиняюсь, был спор по поводу кулона, чей это заказ, сейчас я покажу вам этот кулон. Я отдала тому, кто был первый, а первая была Люда из Украины. А оказалось, что кулона пришло два. Так что, девчонки, чье пальто, срочно мне напишите. Там еще девушка так расстроилась, что ей не досталось. А их два, оказывается. Я невнимательно посмотрела. Так что вот есть он. Пакетика его нет. Цены нет. Ничего нет. А, есть 36 долларов. Артикул 31-24. Напиши мне, пожалуйста, в личку, и мы все это дело урегулируем. И последнее, что я вам хочу показать, это такое короткое видео, просто я его хотела еще вчера вам выложить, это по остаткам с мешком заказа. Девушки, там осталось за 2 недели все, что я вам показала. Частично, конечно, разобрали свои заказы, но очень много еще не выкупили, не забрали. Забирайте, девчонки, иначе какой смысл заказывать что-то, если это не выкупается потом. Вот такое красивое колье, 60 долларов, оно ничейное, это я просто нашла в каталоге. 24,92 его артикул. Оно с такими аметистовыми фианитами, очень красиво смотрится. Оригинальное, 60 долларов. Так что, если кому нужно, забирайте. Я давно перестала промерять цепи. Все знают почему, потому что всегда стандарт примерно 45. Кто хочет дополнительные цепи, нужно просить.
Иногда ставят, иногда нет. Вот такая интересная штуковинка. Все, девчонки, я закругляюсь. Посмотрим на мое самочувствие. Может, сегодня американца покажу. Там у нас много интересного. Но боюсь обещать. Все, спасибо большое за поддержку. Огромнейшее вам спасибо за поздравления с 8 марта. Просто лавина была. Мне было это очень приятно, что меня помнят. Я вас тоже поздравляю, соответственно, чтобы нам всем было классно, хорошее настроение и здоровье. Вот, и встретимся уже в видео следующем. И, девчонки, не забывайте, пожалуйста, забирать свои заказы, которые у меня лежат. И лежат. Пока!